Доставляю груз. Спасибо. Все мы скорбим о гибели центрального узла. Никто не знал, что он значит для организации. И для UCA, и для нас. Но окситоцин снимет напряжение. Это поможет. И скоро мы придем в норму. Давай посмотрим. Да, ладно. Мы тебе очень благодарны. Это не идеально, но на время нам хватит. Второй группы, да? А где остальные? Мертвы. Выплеск пустоты. Как так? Один взрыв накрыл всех? И что, они отправили тебя одного? Если это была бы просто доставка, это одно. Курьеры иногда приходят сюда, но... Вторая группа должна была принести Кьюпит и подключить нас. 3 года мы ждали помощи. 3 года! И прислали одного человека. Черт, черт, черт! Хотя бы скажи, что ты принес не только Окси. У меня есть Кьюпит. Ты? Правда? Так это правда. Они его наладили. Ну, возможно, небо услышало мои молитвы. Так чего ты ждешь? Подключи нас к чертовой сети. Подтверждаю, столичный узел подключен. Это происходит, как и обещала Амелия. Наконец-то мы займемся своей работой. Эй, ты идешь на запад, да? Многие будут рады тебя увидеть. Будешь идти до самого побережья? То есть ты своими глазами увидишь Амелию? Это потрясающе, честное слово, Я никогда ее не видел, только голографические сообщения, когда был в первой экспедиции. Ну, в общем, будь осторожен в пути. Есть и плохие люди. Их больше, чем хороших. Но ты и сам это знаешь. Спасибо, Сэм. Подключив этот пункт к хиральной сети, ты установил прямой контакт с теми, кто остался в столичном узле. Да. Что дальше? К западу от пункта есть здания, построенные предыдущей экспедицией. А за ними находится твоя цель – портовый узел. На краю кратера, возникшего после первого выплеска пустоты. Твоя задача – соединить портовый и столичный. Но для этого ты должен превратить наши здания в дополнительные пункты. Они необходимы для создания стабильной связи. Расстояние-то большое. Мы хотим использовать и распределитель, и электростанцию. А куда направиться раньше – начни с распределителя. Есть один груз, который нужно доставить. Забери в ближайшем терминале доставки. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы... Твой труд приносит плоды. Мощность сети увеличилась, и поэтому штаб-квартира теперь может дать тебе дополнительные материалы и поддержку. Лишними не будут. Thank you.
Отлично, Сэм. Я вижу, ты вернул пропавший груз. Можешь оставить его тут на обработку. Если найдешь еще что-нибудь, будучи в пути, и не сумеешь дотащить, то всегда можешь оставить груз в хранилище. Там он останется в целости, а потом его заберет другой курьер. Даже если он пройдет через сотни рук, прежде чем прибудет, ты можешь быть спокоен, что сделал свое дело. Чтобы построить почтовый ящик, нужен ПХК. Ты и сам в курсе, что если у тебя с собой нет ПХК, то и... Можно сделать почтовый ящик. Почтового ящика нужен ПХК. К счастью, его можно изготовить на любом терминале. Дома кто есть?
Всему свое время. И это оружие не... разрешено. Обнаружен. Уходи. Скорее, пока тебя не увидели. Чтобы тебя не поймали, место назначения. Да? Хорошо, что шел дождь. Даже они не рискуют лезть к тварям.
Не знаю. Что-то с ребенком. Беспокоиться не о чем. Функционирование ПП временно приостановлено, но это можно исправить. Я могу провести техобслуживание в распределителе. Только поторопись. Синтезировать опасные соединения и фактически атакует сам себя. Это называется автотоксимия. Если твой ПП плохо работает, зайди в личное помещение и помести его в инкубатор. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Все оружие блокировано до вашего выхода. Груз проверен. Спасибо. Обеззараживание костюма. Рекомендован отдых. Можете выбрать пункт «Частичная доставка», чтобы передать доступный сейчас груз. Вы сможете отметить заказ как выполненный, когда сдадите требуемое или большее количество груза. Забудьте.
Долбанулся, что ли?
Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Все оружие блокировано до вашего выхода. Груз проверен. Спасибо. Обеззараживание костюма. Рекомендован отдых. К сети. Еще раз спасибо, что приводишь людей в UCA. Похоже, что мы подключились. Из тех материалов для принтера, которые ты принес, мы сможем делать для тебя все необходимое. Считай, что это наша благодарность. А теперь иди на запад и продолжай свою работу. Отлично, распределитель подключен к сети. Сэм, сделай одолжение. Отнеси ББ в личное помещение и подключи к инкубатору. Отлично. Ugh.
Дедман, ты здесь? Помогай. Так, Сэм. Возьми капсулу и подсоедини ее к инкубатору. Готово. Хорошо. Избыточный уровень стресса. Нужно просто вернуть ребенка в утробу матери. Матери? Она в реанимационном отделении столичного узла. С мертвым мозгом, конечно. То есть некромать? Верно. Матка некроматери обеспечивает связь между другой стороной и ББ. Ну, а ты, подключаясь к ББ, получаешь возможность чувствовать тварей. Эти капсулы имитируют условия нахождения внутри утробы. В противном случае младенец просто не смог бы функционировать. Однако обманывать его восприятие можно лишь недолго. Поэтому нужно периодически обновлять параметры среды, синхронизируя их с некроматерью с помощью хиральной сети. Вот. Пошло обновление. В данный момент капсула синхронизируется с некроматерью в столичном узле и сразу перенастраивает свою конфигурацию. Если таким образом вернуть ББ в утробу, уровень стресса на время снизится. Ребенок как бы оказывается на своем месте. Лицо довольное. Я скорректирую дозировку окситоцина. Теперь самоотравление будет наступать медленнее. Тебе следует помнить, ББ — это просто прибор. Не надо привязываться. Каждого из них физически извлекли из матки некроматери. Этот процесс делает их непредсказуемыми и весьма ненадежными. Еще ни один образец ББ не прослужил дольше года. Твой может начать сбоить еще до конца экспедиции. Ну и... То есть никак нельзя сохранить жизнь ББ? Ты должен понять, мы еще очень многого о них не знаем. Расширяя хиральную сеть, восстановив больше данных, может, мы и найдем ответы. А, да! Ты просил узнать, почему твари реагируют на твою кровь. Я поговорил с Хартманом. Результаты скоро будут. А пока что отдыхай. Ты устал, да и ББ тоже. Спокойной ночи. Лондонский мост падает, падает, падает. Лондонский мост падает, моя леди. Сэм, ты меня видишь? Как ты держишься? Меня не стерегут. Я не в цепях. Но не уйти. Но если ты наладишь связь и доберешься до меня, мы вернемся на восток. Домой. Спасибо. Правда. Все плохо. Людей в городах становится все меньше и меньше.
Никто больше не заводит детей. Но люди не должны быть одни. Они должны жить вместе, помогать друг другу. И если мы на это не способны, если мы утратим связь, то тогда, как сказала Бриджит, вымирание. Да брось. От тварей мы так все равно не избавимся. Пока они среди нас, бежать некуда. Но у нас будет надежда. Я буду ждать, Сэм. Ждать тебя. Разыщи меня. Сэм, это Хартман. Раз уж ты проснулся, неплохо бы освежиться. Может быть, сходишь в душ? Это полезно для души и тела. И для моих исследований тоже. Других людей сдумал? Всех, Бриджес. Себя и маму. Результаты пока неоднозначные. Но у тебя есть другие необычные свойства. Ты ведь возвращенец. Я, признаться, испытываю определенный оптимизм. Обработка жидкостей, выделений, хирали, наполнение. Вот. Возьми с собой образец. Если будет возможность, плесни им на тварь. Посмотрим на реакцию. Кто знает, может, это станет тебе подспорьем. Была одна научная работа на тему, какой эффект телесные жидкости людей вроде нас оказывают на твари. Подобные материалы – наша единственная надежда вернуть знания о прошлом. Не только о выходе смерти, но и об уникальных свойствах твоего тела и о нашем общем недуге Думе. Может, еще не все потеряно? Сэм, меня не интересует возрождение Америки. Меня интересует прошлое. А, уже почти все. Ну, установим связь, ничего не будет. И что? И что тогда? Сэм, прости, что беспокою во время отдыха, но тебе нужно это услышать. Может, тебя это даже обрадует. Мы получили несколько сообщений на твое имя. Я сам их не смотрел, но они в основном от твоих клиентов. Стоит проверить, вдруг там полезная информация. Ты можешь просмотреть почту через браслет или терминал у себя в комнате. Я хочу поговорить еще кое о чем. Хиральная сеть дает нам возможность восстановить прошлое. Данные из разных уголков Америки, считавшиеся навсегда утраченными, можно собрать по фрагментам. Наши архивы, конечно, пока не полные. Но по мере того, как мы будем встраивать в сеть новые пункты и города, мы будем добывать все больше и больше данных. Например, журналы и отчеты предыдущей экспедиции. Присланные ими данные пропали при разрушении центрального узла. Часть данных уже удалось восстановить. Ты можешь просмотреть их через свой терминал или через браслет в разделе «Архивы». Тебе будет интересно.
сделать все возможное для спасения ББ. Так и есть. Но мы пока не можем отпустить вашего сына. Поверьте мне, так будет лучше. Поверить женщине в маске, которая лжет без конца. Сэм, мне просто любопытно, как у него дела сейчас? Прежде... Что-то не так? Подключая ББ, я что-то вижу. И что ты видишь? Типа лицо, незнакомый человек, зовет меня. И еще комната. В ней разговаривают люди, но не разобрать слова. Эффект протечки. Я тебя не предупреждал. Ты принимаешь воспоминания ББ за свои. Это ложные флешбеки, не больше. Сейчас объясню. ББ извлекают из некроматери на сроки в 28 недель и помещают в капсулу. То есть еще до того, как он родился. Это останавливает его развитие. Но в 28 недель его органы чувств уже достаточно развиты, чтобы обрабатывать сигналы. Он вполне способен превращать информацию в воспоминания, которые перетекают в твою память по вашей связи. И кого же я видел? Возможно, какого-то врача или технолога. Какая разница? Этот ББ уже давно работает. Он много у кого побывал. Откуда я знаю, кто произвел на него впечатление? Но ведь ты же эксперт. Нет никаких экспертов. ББ создавали тайно десятки лет назад. Они фактически черные ящики. Мы используем их, но не понимаем, как они работают. Поверь, я пытался что-то про них узнать, но почти все старые архивы пропали. Если я что-нибудь найду, то сообщу тебе. Даю слово. Сэм, просмотри список заказов в терминале доставки. Пока ты отдыхал, я провел диагностику сети. Мониторинг Хиралия и голографические системы в норме. К сожалению, принтер не работает. Знаю, ты столько сил потратил, чтобы добыть для нас материалы. Это наш косяк. Мы заказали деталь, но ее так и не доставили. Без детали принтер не подключается к хиральной сети. Наверное, ее украли мулы и, возможно, поймали нашего курьера. Если я прав, то не отнесли ее на свою точку выгрузки, которая в самом центре их территории. Как насчет украсть у них нашу собственность? Таких квалифицированных людей, как ты, у нас больше нет. Мама добавила схему сторожевой вышки в твой ПХК. Если у тебя его с собой нет, стоит изготовить. Разве... Счастливого пути.
Оружие разрешено. Ау! Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Все оружие блокировано до вашего выхода. Все чисто. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер, Бриджес. Держишь в руках коллектор кристаллов. Как понятно из названия, в нем хранятся собранные тобой кристаллы. Позволь мне описать твою добычу. Хиральные кристаллы похожи на золото, и часто их можно найти в формациях, напоминающих отпечатки ладони. Камни и обломки обычно парят невысоко над землей. И чаще всего встречаются там, где высокая влажность. Все запомнил? Дождь, парящие камни, золотые ладони. Три признака. Внимательно ищи их, и тогда найдешь кристалл. Если ты наблюдательный, то, возможно, уже знаешь, где искать. Заказ назначен. Сканирую. Счастливого пути!